Приветствую вас, дорогие мои скорпионы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на недельку с 21 по 27 октября. Ну что ж, посмотрим, что же вам наворкуют карты Таро. Сегодня у меня три колоды и один оракул. Классическая у Уайта колода. Колода светлого провидца и колода арканум. Ну вот, карты опять у меня полетели. Не терпится им поучаствовать в этом мистическом процессе. Так. Начнем с первого вопроса. Первого вопроса. Каким будет ваше настроение? Паж мечей. Ну, боевое. Боевое настроение. Ну, может быть, кто-то вас спровоцирует на такое настроение. Может, у вас будет сложная какая-то задача стоять или цель, которую вы хотите реализовать во что бы то ни стало. Либо на этой неделе, либо начать ее реализовать. Возможно, вы получили какую-то информацию, которая вас насторожила и заставила принять вот такую стойку. Тем не менее, друзья мои, это настроение воина, бойца, это настроение человека знающего, умного, обладающего некой информацией. Вот. И умеющего бороться с трудностями. Проходить, как говорится, с честью все испытания. Вот я бы даже так выразилась. Да, это своего рода предостерегающий жест, что, ребята, если вы будете на меня нападать, вам мало не покажется. Да. Ну что ж, посмотрим. Что за события такие у вас могут быть, что вы приняли такую позу? Итак, три события. Первое главное событие. Двойка чаш. Ну, вроде здесь все спокойно. Второе событие. Ага, пятерка чаш. Ох уж эти эмоции. Как же без них? И третье. Отношения, друзья мои, карта отношений. Карта влюбленная. Ну вот смотрите, что у нас тут получается. Да, эмоции, еще раз эмоции, в том числе глубинного характера, друзья мои. Особенно по пятерочке чаш видно, что ну, либо будет повод так глубоко уйти в себя, либо... Ну, просто настроение в какой-то момент недели накроет. Вот, покажется, что все ничего не интересно, грустно. Может, и депрессничок такой легкий будет. Ну, бывает, друзья мои, бывает, что вот. Может, знаете, либо кто-то вас расстроит, вот, либо сами вы будете недовольны собой, что что-то не так сделали. Может, какая-то информация, кстати говоря, вас так загрузит. Бывает, ну, не знаю, у кого как, конечно, вот, но у меня я не всю музыку могу слушать спокойно. Одна музыка меня в веселое настроение, другая музыка навевает такие грустные воспоминания. Вот, поэтому, ну, может быть, и это такое с вами случится. Кто-то косо посмотрел. Кто-то не то сказал или вообще не обратил внимания, хотя вы ожидали. Вот, поэтому да, взгрустнулость бывает. А вот двоечка чаш, мои хорошие, двоечка чаш, это как раз обратная сторона нашей жизни. Это душевное общение с кем-то, да. Тет на тет вполне возможно. Это предложение партнерства, это приятное знакомство.
Это для кого-то это свидание, сердечное свидание, кому-то это предложение руки и сердца. Вот. Приятный разговор тоже может быть. Переписка приятная. В общем, куда ни кинь, как говорится, везде хорошо по этой карте. Так что не стоит замыкаться вот в этом состоянии по пятерке чаш, так как событие по двойке чаш, оно перекрывает все. Ну и тем более, карта влюбленная, мои хорошие, да, для кого-то это любовь, для кого-то это дружба, для кого-то это душевное общение. Вообще, знаете, вот по этим картам больше как-то идет общение. Больше общения. Вот, знаете, у меня почему возник такое ощущение возникло, что здесь, возможно, кто-то вас разочаровал, да? Потому что, видите, настроение по пажу мечей, не исключено, что пришла какая-то информация. И, соответственно, вы встали в такую стойку, но на душе. То есть это в голове, это работа ментала, друзья мои, ваше вот настроение. А это, друзья мои, это состояние нашей души. Бывает, что плакать хочется, а мы улыбаемся. Нам грустно, но мы делаем все, чтобы посторонние не увидели нашу грусть, а наоборот считали, что у нас все замечательно и все прекрасно. Вот такой момент может случиться. Что касается карты влюбленные, добавлю еще, знаете, иногда эта карта проигрывается как выбор. Выбор серьезный. Ну, выбор между кем-то и кем-то или чем-то и чем-то. Ну, в принципе, мы частенько сталкиваемся с такой ситуацией, когда действительно надо принять решение в какую-то одну сторону. Да. Ну, обычно это в основном касается, конечно, отношений, но бывает и связано с профессиональной деятельностью или с какими-то делами по дому, по хозяйству, ну, тем не менее. Хотя, знаете, если разобраться, чего бы выбор ни касался, он все равно в той или иной степени связан с отношениями, правильно? Допустим, если хозяйственной стороны, вот здесь, да, допустим, выбор, покупать, допустим, стиральную машину или не покупать, а еще пусть работает старенькая. Вот, пожалуйста, здесь может быть не только ваше решение, тут завязано действительно, потянете ли по финансам, особенно если финансы не только ваши, а чьи-то, это значит, надо согласовать. Вот брать в кредит или еще что-то, понимаете, уже денежный ресурс затянут. Вот. А денежный ресурс, допустим, это может связан обязательно с конкретным каким-то человеком, который может вас спонсировать и так далее и тому подобное, понимаете? Вот. Может, покупку надо действительно согласовать с членами семьи. Ну и пошло и поехало. Поэтому да, выбор мы делаем практически каждый день в большей или в меньшей степени. Поэтому что-то будет конкретное. Ну, учитывая, что это старший аркан, видимо, все-таки это будет не мелочь, скажем так, а что-то вот более серьезное. Вот выбор. Ну, может, и связанное действительно и с работой. А вот такие пирожочки. Ну что ж, идем дальше. А дальше у нас конфетки-занозы. Ну, прежде чем поговорить о них, хочу сказать вам, дорогие мои, большое, огромное спасибо за то, что вы подписываетесь на мои каналы, на мои странички, что заходите просто так, смотрите мои прогнозы, пишите, ну, очень приятные комментарии, это меня очень радует. Особенно меня порадовало, когда вы стали подписываться на мой новый канал, на новой видеоплатформе Noom. Как-то рискнулись, доверились, и, в общем-то, процесс пошел. И это очень-очень меня радует, еще раз говорю. Спасибо вам всем и за то, что вы на остальных каналах страничка, и за то, что вы доверились мне. Более того, очень активно участвуете во всей моей вот такой прогнозной жизни, таро-прогнозной жизни.
Вот. Приятно, приятно, и это радует. Ну, а теперь давайте продолжим. Что там с конфетками? Паш Жезлов. Паш Жезлов. Ой, прошу прощения. Что-то я заговорилась. Смотрите, здесь у нас Паш мечей, и здесь Паш мечей. Знак чувствуете, да? То есть здесь идет ощущение такое, полная совместимость, что вот это настроение, оно может действительно связано с какой-то информацией. Неважно, каким способом оно получено. В интернете, в книге, от людей там или еще где-то. Ну, это конфетка, мои лапочки, понимаете? Это конфетка. Да, возможно, она с некой остринкой, горчинкой, но тем не менее, она, возможно, открывает для вас какие-то новые пути, новые возможности. Угу. Новые методы, способы, допустим, достижения своей цели. Ну, для кого-то эта конфетка может связана с детьми. С детьми, с какими-то новостями от детей. Или внуков. Может это касаться их учебы вполне. Или поступление куда-то. Сейчас у нас еще октябрь. Ну, в принципе, это уже сезон закончился, поступление в высшее образование. Высшее, вернее, учреждение. Но, тем не менее, может, вы сами приняты куда-то. Тем более, сейчас учиться можно по интернету, онлайн-обучение. И поэтому для вас это будет действительно конфеткой. Так, ладно, а что с занозой? А с занозой колесница. Ну, колесница, конечно, карта такая интересная. Она может говорить и о плюсах, может говорить и о минусах. Но здесь, вот знаете, у меня ощущение, что больше предупреждающий характер имеет. То есть риск, конечно, благородное дело, но не всегда стоит рисковать. Не всегда нужно куда-то торопиться, гнать, как говорится, лошадей вовсю. Нет. Можно и, как говорится, вылететь с этой крыши. Видите, вот сидит, он неизвестно за что держится. И вообще, как говорится, в любой момент может сковырнуться со своей повозки. Вот. Да, намек. Не торопиться. Не торопиться, быть очень осторожным. Особенно, если это касается поездки куда-то. Если касается встречи, серьезной встречи с кем-то, серьезным разговором с кем-то, то есть выбирать выражение, подбирать тщательно информацию, которую вы можете выдать. Вот. И также осторожно и реагировать на информацию, которую вы будете получать, хотя может это вас будоражить, напрягать, ну, либо вводить вас в состояние эйфории. Все равно почему-то карта говорит, реагируйте спокойно, действуйте спокойно, не торопясь, но поторапливайтесь. Знаете, может быть, для кого-то эта карта проиграться как быстро реализуемая цель, на скорость которой вы не рассчитывали. Вы думали, что вы эту цель реализуете, допустим, через полгода. Но события стали складываться так, что за месяц, понимаете, за месяц можно реализовать. А вы не готовы. Вы не готовы к такой скорости. Вы не готовы принять эти обстоятельства, потому что вы себе наметили, что вот за этот период я сделаю то-то, то-то для этой цели, этот, то-то, то-то. А тут раз, и пожалуйста. Это, знаете, вот как, ну, да, пример такой. Вы рассчитывали
найти себе работу за месяц. Ну, что-нибудь такое не очень тяжелое, может быть, да, или рассчитывали только на свою какую-то определенную должность. И вдруг вам предлагают должность, ну, руководящую должность, да? А вы вот и что делать-то? Вы вообще об этом не думали? Вы вообще не рассчитывали, тем более, на какие-то руководящие должности? И что делать? Брать, не брать? Отказываться, не отказываться? Это тут как пример, друзья мои. Хотя, возможно, у кого-то именно так и проигрывается. С одной стороны, это заноза, да? Такая неожиданность, непредвиденная ситуация. А с другой стороны, это же плюс, большой плюс. Как говорится, счастливый случай. Вот. Ну и так, такие примеры могут быть и в других сферах жизни, в том числе и с отношениями, друзья мои. Только познакомились, может, с кем-то, да, вот. И вдруг через неделю человек предлагает замуж или жить под одной крышей. А вы его только-только узнали, только-только увидели. Вот, пожалуйста. Хотя и нравится человек, все, вроде бы и согласны на такое развитие ситуации, но немножко, допустим, через месяц, через год, ну не через неделю же. Вот такая интересная ситуация, такая интересная заноза. Хотя я говорю еще раз, занозой сложно назвать. Ну ладно, давайте посмотрим, а что подскажет оракул затмения. Неделя интересная, полна сюрпризов, вот такое у меня ощущение. Поэтому и совет должен быть. Магия. Интересно. Магия, магия, магия. Ну, скорпионы у нас склонны к магическим всяким штучкам и увлечениям. Поэтому не исключено, может быть, совет оракула провести какой-то ритуал. Ну, на улучшение, допустим, дел ваших, на пополнение денежной кубышки, вот, на развитие отношений. Ну, я не имею в виду, конечно, какие-то привороты, ни в коем разе. Вот. Ну, может быть, намек на то, что приглядеться к окружению, не исключено, что на вас готовится какое-то воздействие энергетическое или магическое, тут, как говорится, у кого что. Вот такая интересная вам выпала карта по совету. Ну, может быть, кому-то действительно советуют изучить эту область. Магия, эзотерика вообще, ну и тому подобное. Видимо, для чего-то надо. Вот такие пирожочки. На этом я закругляюсь, мои хорошие. Всех благ вам, здоровья, удачи и до новых встреч!